Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на олимпийском пульсе. Крылья Советов сыграли в ничью с Краснодаром в премьер-лиге. Армеец Андрей Юдин на Олимпиаде стал 8-м. Самарская бадминтонистка стартовала с победы на играх в Рио. Сборная России на Олимпиаде поднялась за выходные с 7 на 4 место. Как по золотым медалям их 9, так и в общекомандном зачете их 30. Безоговорочный лидер США – 69 наград. Самарцы пока свой вклад в победу только начинают вносить. Так Наталья Перминова уверенно победила австрийку Элизабет Балду в первом матче турнира по бадминтону в группе Н со счетом 2-0. Счет в сетах 21-17, 21-8. Очередная соперница самарки Дай Цзин – китайский Тайбэй. А вот батутисту из армейского клуба Андрею Юдину на Олимпиаде не повезло. Он напрыгал только на 8 место. Причина – грубая ошибка при приземлении и вылет с сетки. Олимпийским чемпионом стал белорус Владислав Гончаров. Серебро и бронзу у китайцев Дун Дуну и Гао Лэя. С олимпийских арен Рио возвращаемся в Самару. Футбольные крылья Совета в чемпионате страны провели первый матч на «Металлурге» в очередном сезоне премьер-лиги. Соперник – лидер соревнований Краснодар. Однако это обстоятельство не смутило авиаторов, и они уже на 4-й минуте с игры забили первый мяч – 1-0. Чем обрадовали губернатора Николая Меркушкина, который смотрел матч с трибун «Металлурга». Первые минуты для нас были сложными. Крылья Совета очень здорово доводило атаки, играли в отборе. Был очень высокий темп, и мы не сумели этот темп выдержать, вследствие чего мы получили, соответственно, много атак на наши ворота. Аутсайдеры «Крылья» удивили лидера чемпионата до финального свистка. У обеих команд были голевые моменты, однако к увеличению счета на табло это не привело. «Крылья Советов» заработали первое очко и поднялись на 14-е место в чемпионате страны. Краснодар остался лидером премьер-лиги. Да, обидно, что сыграли 1-1. Хотели выиграть, но так получилось. В принципе, хорошая игра. «Крылья» хорошо оборонялись. Ну, были моменты, не забили. Следующий матч авиаторы проведут в столице нашей родины Москве в воскресенье с «Локомотивом». Железнодорожники на 12-м месте. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде.